Ну а Ан-225 Мрия – единственный самолет в мире, способный транспортировать 169 тонн груза. Его использование позволяет существенно уменьшить стоимость перевозки, однако существует он в единственном экземпляре. Работы над вторым периодически возобновляются. Об украинской Мрии – наш следующий сюжет. Вначале маленькая точка в небе кажется птицей, но чем ближе она приближается, тем отчетливее понимаешь. Ты – свидетель фантастического зрелища посадки Ан-225 «Мрия». Лишь несколько недель назад украинского гиганта встречало более 15 тысяч австралийцев. И вот «Мрия», установившая 240 мировых рекордов, снова дома. Первый коммерческий рейс Ан-225 в Австралию действительно прошел не просто успешно, а с небывалым триумфом. За приземлением самолета наблюдало тысячи людей. Прилет Мрии освещали все центральные телеканалы. Мы не привыкли, чтобы такое сильное внимание было уделено. Это фотография, где на фоне Мрии пассажирские лайнеры просто лилипуты облетела весь мир. После такого фурора на зеленом континенте интерес к 28-летнему самолету возрос и на родине. В Гастомеле Мрию встречают десятки телекамер. Впереди экипажа капитан Дмитрий Антонов. К выдающемуся авиаконструктору отношения не имеет. Просто однофамилец. За штурвалом Мрии 11 лет. Чем больше я на нем летаю, тем опыт приходит и, соответственно, понимание всех процессов. Кабина пилота, откровенно говоря, не самое презентационное место гиганта. С виду такое старенькое, это ничего не говорит. Однако украинскому великану есть чем гордиться. Грузовой отсек, напоминающий ангар для самолета, при необходимости способен вместить 1 000 000 айфонов, 270 жирафов или Boeing 737. Впечатляет? А вот для запуска гиганта в серийное производство необходимо от 3 до 4 миллиардов долларов. Цифра тоже впечатляющая, но возможность не исключается. Андрей Дроф, Александр Раскевич, 112 минут.